Этикет – дело тонкое, и, несмотря на всеобщую демократизацию различных норм и правил, некоторые все же остаются в силе, и соблюдать их было бы крайне желательно. Узнаем, какие же ошибки посетители мест общественного питания допускают чаще всего. Каких-то масштабных ошибок в этикете я в своей практике не припоминаю, но до сих пор часто встречаются у людей, видимо, привычка из детства – приклеивать жевательные резинки под столом. Мы регулярно находим и отклеиваем. Хотелось бы напомнить, что для этого существуют салфетки и мусорники. Еще одна забавная особенность некоторых посетителей – после приема пищи облизывать дочисто тарелку. Мне кажется, что это случается, когда человек просто забывает, что он не дома. Может, это не неплохо, значит, ему в ресторане уютно и хорошо, как в домашних условиях. Еще один насущный вопрос для людей, посещающих ресторан – чаевые. В каком случае оставлять, в каком не стоит и, главное, сколько оставлять персоналу на чай? Чаевые, конечно, нужно оставлять, ведь это мировая практика. Это своего рода выражение благодарности официанту за его работу, если, конечно, он ее заслужил. Считается, что размер чаевых должен составлять 10 или 15% от счета, но лично я считаю, что вовсе не обязательно высчитывать какое-то процентуальное соотношение. Все-таки благодарность – это достаточно эфемерное понятие, и высчитывать, насколько ты благодарен за хорошо проведенный вечер, может быть не самый удачный вариант. Лучше руководствоваться каким-то внутренним ощущением, своим чутьем. Также Лаура сделала очень важное замечание. С большей охотой люди высказывают свое недовольство уровнем обслуживания или вкусом блюд. И совершенно забывают поблагодарить за удачный вечер. Очень мало комплиментов от гостей ресторана. Все мы люди, и, конечно, всякое случается. Иногда путают заказы или блюда не оправдывают наших ожиданий. И, конечно, в этом случае мы заслуживаем некоторое недовольство со стороны клиента. Однако зачастую это недовольство выражается чересчур резко. В результате настроение испорчено у всех. Я бы призвала всех к большей терпимости, но есть и другая сторона медали. Если вечер был безупречен, прекрасная атмосфера, вкуснейший ужин, то клиент забывает сказать спасибо, а нам очень и очень приятно слышать благодарность. И повару, кстати, тоже это очень важно. Впрочем, полагаю, как и всем людям. Не правда ли? Лидия Манаканделась, Никита Алексеев, Латвийское телевидение.